В музее Чарльза Диккенса в Лондоне выставили первую в мире печатную рождественскую открытку. Ее выпустили в 1843 году. Тогда же в свет вышла рождественская песнь, написанная Диккенсом. А идея создания открытки зародилась у английского изобретателя и бизнесмена Генри Коула. По его заказу иллюстрацию создал художник Джон Хорсли. Это был важный год для современного Рождества. Рождественская открытка очень важна для наших рождественских праздников. Открытка представляет собой триптих. В центре нарисованы три поколения семьи, которые поздравляют получателя. Внизу надписи «Веселого Рождества» и «Счастливого Нового года». По бокам изображены сценки благотворительности. Коул напечатал 1000 таких открыток. До нашего времени сохранилось 21. Это один из 21 экземпляра первой рождественской открытки, выпущенной в 1843 году. А рядом пробный оттиск дизайнера Генри Коула. Открытки продавали по 12 пенсов за штуку. Та первая партия не принесла создателям большой прибыли, но теперь по миру рассылают тысячи рождественских открыток. Коул также сыграл ключевую роль в создании в Англии системы пенни-почта. Ему и английскому реформатору Роулинду Хиллу приписывают создание первой в мире почтовой марки. Викторианская эпоха была благоприятной для британской промышленности. Благодаря этому и книги стали достаточно дешевыми, что в свою очередь помогло становлению современной культуры Рождества. Диккенс пришел в самый подходящий момент, когда в конце 30-х годов создавал посмертные записки Пиквикского клуба и когда в 1843-м начал писать рождественские повести. Выставка «Красивые книги. Диккенс и рождественский бизнес» продлится до 19 апреля 2020 года.